В областном военкомате подвели итоги 6-й волны мобилизации. Насколько удалось выполнить планы и стоит ли ожидать новых волн мобилизации в ближайшее время, расскажет наш корреспондент. Еще недавно средний уровень выполнения мобилизационного плана 6-й волны по области едва переваливал за 50%. Однако военное руководство страны планы сократило, так что в итоге наш регион с поставленной задачей справился почти на 82%. Мы должны были призвать майже 1700 человек, но призвали 3369 человек. Найбільших успехов достигли такие військкомати, как Токмакский объединенный міський військовий комиссиат, Якимівський районний військовий комісаріат, Приазовський районний військовий комісаріат, Запорізький об'єднаний міський військовий комісаріат. Таким образом, наша область вошла в пятерку лидеров по Украине по выполнению мобилизационного плана. А образовавшийся недобор планируют компенсировать за счет контрактников. Участникам АТО, у которых близится демобилизация, предложат заключить контракт минимум на год. Уверены, для боеспособности армии этот вариант даже лучше. Это очень важно, чтобы они остались, так как они имеют очень величезный боевой опыт, особенно те, кто находится на сходе Украины, в Донецкой и Луганской областях, потому что на протяжении многих месяцев они отстоят державную независимость украинской державы. И нам конче потрібно для того, чтобы все військовослужбовці заключили контракт с Министерством обороны и остались. Они передали более детально боевой опыт, который обрели там, на сходе Украины. Что же до 7-й волны мобилизации, то она возможна только в случае резкого ухудшения ситуации на Востоке. Пока же в военкоматах готовятся к осенней призывной кампании. На срочную службу предстоит призвать 600 юношей. Как и прежде, отправка в зону АТО им не грозит. Постигать воинскую науку новобранцы будут в местах дислокации своих подразделений.